Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа, и я снова сегодня готовлю ужин, как это не странно может кому-то слышать. А готовить я сегодня буду окорочка. Вот есть такие вот окорочка, которые я взял в магните. Вот, и сейчас я буду их готовить. То есть вот у нас есть окорочка. Так, вот они так красиво уложены. Я их, значит, это, значит, смесь хмели-сунели. Это чеснок. Вот я так для наглядности положил, что это чеснок для антуража. Я не знаю, надо их мыть или не надо. Наверное, надо, да? Да, наверное, их надо немножечко ополоснуть. Ну, соль у меня крупная. То есть смешиваем соль. Сколько ее надо-то? Ну, пусть будет столько. Много, конечно. Смешиваем ее с хмелями, с сунелями. Так, а теперь берем окорочка и натираем их. Теперь берем нож и будем делать такие вот надрезы. Сталкивать. Раз. Начинаем. Ну, наверное, что? И теперь такой массажик. Так, и я продолжаю. Сначала я сейчас проверю сковороду Цептер бисером. Как это? А вот сейчас увидите. Надо взять капельку воды. Взять капельку воды. И капнуть сюда эту каплю. Видите? И капля катается. Ничего себе, как ты это сделал? Супер волшебник. Угу. Как ты это сделал? Ну вот так вот. Капля катается, друзья. Это вот такое свойство сковороды Цептер. Ты удивлена, доча? Да. Вот. Значит, температура самая та. И сейчас я буду
Бисер, видишь, еще плавает. Как вот теперь его убрать этот? О, капельку эту я убрал. Так, масло я не кладу масло, потому что сейчас, если положу масло, опять все загорится. Поэтому я без всякого масла, ой-ой-ой, кладу окорочка. Раз, два, три и четыре. Прижимаем их и закрываем. Друзья мои, вы знаете, пахнет паленым петухом, и я даже боюсь открывать сейчас крышку и смотреть, что там. Я опять раскалил сковороду и не стал лить туда масло, потому что я просто испугался, что масло опять загорится, как в прошлый раз, и пойдет дым. И я забросил окорочка просто без всякого масла. И скоро-скоро я уже посмотрю, что же там произошло. Оставайтесь на канале. Друзья мои, когда-то же надо это делать. И я открываю. Но выглядит вполне ничего. Надо их перевернуть. Прошло еще какое-то время. Кстати, почему у нас свет не горит верхний? Прошло еще какое-то время, и я размышляю, все-таки готовы мои окорочка или не готовы, и, наверное, все-таки надо попробовать. Ну, практически прожарился, остается буквально совсем немножко. Ну, такое бывает, даже, знаете, на больших праздниках, когда... Нет, пожалуй, по-моему, сыроват. Забрасываем окорочок, зажарился. Подбиваем туда масло. Теперь-то не загорится. И, наверное, еще немножко воды. Так, с нашего огорода срезаем лучок. А у нас там огорода ворос. Ну вот картошечки как бы будет логичней. Так, ну вот показательное блюдо. На гарнир рис.